Не каждый день удается проехаться бесплатно на общественном транспорте, но сегодня именно тот случай. Журналистов пригласили на экскурсию на ретро-трамвае. Вот он, дедушка, а вернее сказать, прадедушка современных трамваев. Ему 80 лет, и он самый старый из тех, что на ходу. Этот трамвай мы собираемся использовать для вот таких экскурсионных маршрутов. Для детей, понятно, это будет бесплатно. Детских домов, наших младших классов. Ну и для гостей и жителей города он будет у нас работать. Если вы не представляли, как выглядел транспорт 80 лет назад, то смотрите, мы как раз сейчас находимся в салоне самого старого трамвая. Ну, никаких мягких мест, все лапки деревянные, практически никакой автоматики, ручное управление. Количество сидячих мест 35, столько же стоячих. Кстати, трамвайная система Саратова – одна из самых старейших в России. И в этом году отмечает 108 лет. Именно поэтому и было решено возродить экскурсионные прогулки на ретро-трамвае. Журналистов решили прокатить по одному из старых участков существующих ныне маршрутов. От Кировского трамвайного депо до Мирного переулка и обратно. Конечно же, такой транспорт не мог не вызвать удивление саратовцев. И вот подтверждение моих слов. Посмотрите, как реагируют горожане на появление ретро-трамвая. Кто-то просто удивлен, кто-то успевает заснять происходящее на мобильный телефон. Организаторы такой экскурсии говорят, что это не последняя поездка на ретро-трамвае. Вполне возможно, в Саратове он будет ходить постоянно. Ведь в Европе и в России такой бизнес туристический используют уже давно. И приносит он весьма неплохую прибыль. Павел Фитилев, Игорь Шишинин, новости «Телеобъектив».